почему то много говорили в чате, травма еще не, ну, такая недавнешняя, и людям тяжело сесть в коляске, максимум 2 часа, и потом, говорит, все так тяжело становится. Спина, как будто кто сел на плечи, и начинает болеть конструкция. Да, смотрите, это все тренируется. Вы же не забываете, что сама конструкция, она уже, ну, то есть как бы было само повреждение в спине, плюс поставили конструкцию, это тоже повреждение, несмотря на то, что она вам помогает держать ваш позвоночный столб, но сама конструкция – это как вмешательство. Телу нужно к этому привыкнуть. Вы лежали какое-то время, то есть мышцы ослабли, и тут вы сели на 2 часа, к примеру. Да, пускай вы постепенно вышли на это время, но это тоже тренировка. То есть, если бы вас сразу посадили на 2 часа с первого раза, хотя и такое тоже бывает, да, мышцы будут очень сильно болеть. Эта реакция абсолютно нормальна. Представьте, что вы пошли в тренажерный зал на 2 часа и таскали, не знаю, гантелью какую-то очень тяжелую, ровно 2 часа на одну группу мышц. Что будет с этой группой мышц? Она будет болеть и напоминать вам о себе еще пару дней. То же самое это сидение в коляске в одном положении, даже несмотря на то, что вас где-то как-то возили или вы как-то наклонялись 2 часа. То есть к этому нужно прийти постепенно. То есть увеличивая время, оно постепенно пройдет, эта усталость и боль. Мышца привыкает, боль уходит. И естественно, обращайте внимание, как вы сидите. Вы же хотите сидеть удобно, да? А чаще всего удобно вот на начальном этапе это вот так. А конструкция это вот так, да? Да. То есть, а конструкция это не пластилин, она не будет двигаться вместе с вашим позвоночником и вместе конструкции. Естественно, наибольшее напряжение в самой мышце, соответственно, там будет болеть больше. Вероятнее всего болит не конструкция, не какое-то повреждение вы себе сделали, а просто именно там, где прикреплена конструкция, мышцы связки более напряжены за вашего сидения, и они дают вам болевые вот эти ощущения. Ложите валики под поясницу, чтобы сидели ровно, тогда конструкция будет болеть меньше. А мышцы со временем натренируются, то есть сегодня посидели 20, а завтра 30, там через неделю час, через 2 недели там 1,5 часа. Ну то есть все это тренируется за, я тоже сразу сидеть мог. Если не знаю, ну то есть первые разы все меня посадили через 20 минут, меня уже ложили, потому что мне было тяжело, мне было плохо, мне было неудобно, там родственники пришли в больницу. Вы должны понимать одно, если к вам пришли гости какие-то, да, или вас выкатили на улицу, понятное дело, не получится так, что на 20 минут и сразу назад, а вас там час только вывозили, и вы будете сидеть 2 часа. Вы можете это сделать и сразу, если вам комфортно, вы не теряете сознание, у вас все хорошо, вполне вы можете это сделать. Но держать в голове тот момент, что вероятнее всего завтра, а то и послезавтра, у вас там будет болеть. И это тоже абсолютно нормально, потому что вы просто очень много потренировались, скажем так. Так, ну что, а мы поработаем с прессом? Даже лучше, чем я, ты уже объясняешь. Конечно, я же это профессионал.